Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. Ahogy tehát említettem, most egy különleges vendéget köszönhetünk itt a Hit Rádióban, Szergej Riákovszkij püspök urat, aki, ahogy említettem, az Oroszországi Egyesült Evangéliumi Hitű Keresztény Szövetség vezetője, illetve Oroszországban egy vallási együttműködési tanács tagja is, és nagyon köszönöm előre is Igor Csepregynek a tolmácsolásban való közreműködést, sok szeretettel köszöntelek itt benneteket. Rádió. Igor, tehát fordít, de akkor föl is teszem az első kérdést. Úgy tudom, hogy először jár itt Magyarországon. Biztos hallott már egymást Budapestről, Magyarországról. Az elképzeléseihez képest mit tapasztalt, milyen itt lenni, hogy érzi magát? Слышали дома о Венгрии, о Будапеште. Я по вашим представлениям, какие впечатления у вас о Венгрии? Впечатления очень прекрасные и я в восторге от Будапешта. Нагин Сепорсак, чудо, тоже Будапешт. Красивый очень город. Нагин Сепорсак. Древней истории. Нагин. Вообще история народа очень древняя. Шу, это модер непнек, митнет, это модер регион, что-то вам. В Советском Союзе, когда еще жил, у нас тоже есть венгры. На лунке швондах мадярок. Ага. У нас их называют мадьяры. У тебя каких мадьяров? Мадьяры. И даже некоторые со мной служили, когда я был в армии солдатом. Шут, мадьяр, и котунак, эдит слугатам, а хатчерам. Они западной Украины. За нюгат Украины, за Карпата, Яро, Сарма. Поэтому я сталкивался много. Это очень работящие люди. Это очень долго. С определенной традицией, все вот такое. Традицию вам. Конечно, Венгрия современная страна, европейская. Мадьяросаг, модерн, со своими важными принципами. Nagyon fontos со своей saját политикой, elveke, saját со своей верой, saját hittel. Мне очень понравилось. Nekem nagyon tetszik. Jó hallani ennyi pozitívumot. Хорошо, что столько позитивного в нашей стране, Сергей Васильевич. Я просто за эти три дня не успел еще увидеть негатив. Ezért itt vagyok három napja, és nem láttam még semmi negatívat. Biztos. Точно, что вы еще ничего негативного не видели. Если негатива за 3-4 дня не увидишь, то значит его нет. Ha nem látsz három napon keresztül semmi негативот, az azt jelenti, nincs is. Nincs semmi kultúrsok. Нет никакого культурного шока. Нет, нормально все. Нормális minden. Нормально. Úgy tudom, a hideget szereti. Если не ошибаюсь, вы любите холод. Я люблю холод. Igen, я szeretem a hideget. Да. Igen. Я родился на севере. Igen. Észak-Moszkvában születtem. Moszkvában születtem. Igen, és azt is tudjuk, hogy talán több generációs evangéliumi keresztény családba született meg. Если не ошибаемся, вы родились в такой семье, которая уже с поколения, евангельская семья, там, христианская семья. Már istentisztelet alatt hallhattuk, hogy azért elég sok viszontagságon mentek keresztül a szülei a hitük miatt. Meséljen erről. Родители уже пережили очень много гонений, очень много проблем, да, из-за своей веры. Я родился в четвертом поколении евангельской церкви. Igen, én egy negyedik generációban születtem meg, generációképpen születtem meg egy keresztény családban. Мои родители, они пятидесятники. A szüleim pünkösdiek. И они прошли через сложнейшие испытания советского времени. Nagyon-nagyon nehéz megpróbáltatásokon mentek keresztül a szovjet idők alatt. Мой папа был трижды репрессирован за то, что он был пастырем церкви. Az apukámat háromszor is elfogták és elítélték és börtönbe vetették azért, mert ő egy gyülekezetnek a pásztora volt. Он провел много лет в ГУЛАГе в Сибири. Nagyon sok időt töltött a ГУЛАГон. Szibériában ezek lágerek. Büntetés végrehajtott el. Поэтому наша семья заплатила советской власти все. Ezért a mi családunk a szovjet hatalomnak за свою веру, minden, за свое убеждение, a meggyőződését, за право молиться, за право верить. Az a jogért, hogy imádkozzon, vagy higgyen. Поэтому мы нас папа с мамой воспитали как людей, как детей, очень посвященных и верных церкви. Это с анюками, с апукам, уж не было так, ой, не было так, не было так, ки белюлюнг, а ки, ой, не было, а ки валтунг мы азатал, а ки хивюк, и ж хиснак, и что они ода сантак, а дюля казетюк, и ж хиту кира. De akkor ez gyermekként, kisgyermekként jól dolgozta föl, könnyen dolgozta föl, nem keltett önben félelmet, vagy elbizonytalanodás? Вы не обрелись после этих испытаний какой-то страх или какое-то колебание внутри? Нет, никогда. Нам, шога нам. Я очень благодарен своим родителям, которые вложили в меня веру. Они ханашу, как сила им. Христову и
Очень благодарен им, что они воспитали нас всех очень смелыми. И, конечно, у меня не было даже как бы выбора, чему посвятить свою жизнь. Nem is volt választásom, hogy igazán, hogy minek szenteljem oda az életem. Я был рукоположен на пасторство в 1978 году. 1978-ban kentek föl engem pásztornak. Это была новая волна гонений на церковь. És akkor indult be egy újabb hullám az üldözésnek. Более старшее поколение, мне было тогда 22 года. Akkor én 22 éves voltam. И более старшее поколение, оно шло в тюрьму, страдать за Христа и так далее. Az idősebbek akkor elindultak a bőrök. Börtönökbe szenvedni. И когда меня рукополагали, мне сказали, что готовься к этому. És amikor engem fölkentek, azt mondták, hogy készülj föl. То есть мы знали, что если тебя рукополагают на пасторство, то ты обязательно будешь узником Христа. Мы тудтук azt, hogy ha téged fölkentek pásztornak, akkor te 100%-osan előbb-utóbb Krisztusnak a mártíra leszel, úgymond ülni fogsz ezért. De mi az oka egyébként, hogy ezekben a 70-es években ilyen erős üldözés indult el? Это был конец 70-х годов, потом 80-е годы, и уже приближалась эра Горбачева. És már a Gorbacsovi éra közeledett. И я не успел попасть в тюрьму. Nekem nem sikerült börtönbe kerülni. Да, потому что пришел Горбачев. Mert az ime Gorbacsov jött. Потому что я очень быстро рос в позиции, в сане. Ezért nagyon gyorsan növekedtem, úgymond, egyházi karrieremben. Я ожидал каждый день, что меня обязательно посадят. De minden nap vártam. Az, hogy biztos, hogy le fognak csukni, de Boh как-то по-другому сделал. Isten valahogy megkönnyörült. Boh посчитал, что достаточно, что мой отец был трижды репрессирован. Elegendő, hogy az apám háromszor ült. И, конечно, нет, у нас было много преследований. Persze, nagyon sokat üldöztek benneket. Я это даже не буду рассказывать. Nem is fogom ezt most elmesélni. И были физические воздействия. Voltak fizikai behatások. Было, много чего было. Sok minden volt. Но это не была тюрьма для меня. Ez nem volt számomra börtön. Я это готовился к этому. Készültem erre. Мы понимали, что так будет. Tudtuk, hogy ez lesz. Поэтому я очень благодарен Богу за моих родителей, которые вложили в нас верность. Ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek azért, hogy belénk helyezték a hűséget. Ha már még a családnál tartunk, úgy tudom, nagyon sokan testvérek, 10, és ahogy ön is mesélt róla, a szülei nagyon erős hittel rendelkeztek, nyilván ezt átadták önöknek. Mondhatjuk azt, hogy a kezdetektől egyértelmű volt ön számára, hogy az Urat fogja szolgálni, vagy volt egy pillanat, amikor egy különleges érintést kapott, vagy elhívást erre? Какое-то уникальное прикосновение от Господа. Был такой момент? Да, такой момент был. Вот один пинаж из этого. В семье моих родителей 10 детей. A szüleim családjában 10 gyerek van, én vagyok a legidősebb. Вот, и так случилось, что я единственный служитель в нашей семье. Én egyedülű vagyok, aki szolgál a családunkból, az apukám után. И каждый занимается кто чем. Mindenki más foglalkozik. Адвокаты, юристы, бизнесмены. Vannak ügyvédek, üzletemberek közöttük, jogászok. Но в основном все состоялись уже после советской власти. De mindenki már összeállt. Hát, mindenki, когда рухнул Советский Союз. Mindenki csak azután tudott érvényesülni, miután már a szovjet birodalom összeomlott. Потому что в советское время это было нереально. Mert szovjet időben ez irreális volt. И я помню момент, когда я принял для себя окончательное решение. És emlékszem arra a pillanatra, amikor egyértelmű döntést hoztam. Мне было 6 лет. 6 éves voltam. К 6 годам я очень неплохо знал Библию. 6 éves korom nagyon jól ismertem a Bibliát. Моей прабабушке. Déd nagyanyámnak. Она была диакониса нашей церкви. Диакониса. Ő gyülekezetünkben. То есть она служила в церкви. Ő szolgált, диаконушкин szolgált a gyülekezetünkben. И она меня научила знанию священного писания. És megtanította nekem a Bibliát, hogy ismerem. Но так случилось, что в 6 лет мой папа в очередной раз пошел, когда мне было 6 лет, пошел опять страдать за Христа. De úgy alakult, hogy amikor 6 éves voltam, apukám megint lecsukták, börtönbe került. И напротив нас жили сотрудники спецслужб Советского Союза. És velünk szemben, velünk szemben lévő lakásban, a KGB emberei laktak, akkor gyűlölt ebbennek a folyamatosan megfigyelésük alatt, gyűlöltek az apámat, anyukámat, bennünket és gyerekeket gyűlöltek. Amikor 6 éves voltam, sétáltam az utcán, и они спустили на меня огромную собаку волкодава. Egy nagyon nagy kutyát
küldtek rám. И она бросилась на меня со стороны. Рам, это у меня спасло то, что это была зима, и я был в таком плотном пальто. Аз ментет мег, хоть ты вот, и что очень его фе был там. И пытался меня грызть. А кутя, иге, и кутя, хат элкезет энгем мар тепни. Ну, потом они посчитали, что достаточно меня испугали. Да, стан уйден тут такой, они забрали собаку. Мегиесет так, ахив так, а кутя. Но я потерял способность говорить. És elvesztettem a beszédkészségemet. Én много лет я не мог говорить. Nagyon sokáig nem tudtam beszélni. Пропала способность говорить. Это от страха. Это от страха, это было так неожиданно. Ez olyan hirtelen, ott a félelemtől volt, hogy маленький мальчик гулял, собака бросилась на меня. Képességek, hogy beszélj. Kisgyerekként sétáltam, és a kutya rávetette maga hátulra. Я пытался говорить, но... Akartam. Igyekeztem beszélni, de ez lehetetlen volt megszólalnom, mert folyamatosan megakadt a beszédem. И мне было проще молчать. Jobb volt, hogyha csöndben maradtam. И вот в то время, és abban az időben, проходили годы, évek teltek el, и я в школе учился, я учился неплохо. Iskolába tanultam. Я все устные письменные предметы писал на доске. Mindent írtam a táblára, jól tanultam. Все, то, что я не мог, если я начинал говорить, то все смеялись. Még a verset is megtanultam a táblára, fölírtam, nem tudtam beszélni, mert ha elkezdtem beszélni, mindenki nevetett. И прошло 6 лет. Этот хоть и. Мне было уже 12 лет. Тизенкейте я вышла там. И проблема не уходила. И что нам это проблема? И я понимал, что я должен быть проповедником. И тут там, на все эти годы у меня была жажда быть проповедником. Минда зевак, алат бецерен и хасан сумьюс там. Я очень много читал Библию. Но еще как-то ваш там Библия. Я очень много молился. Но еще как-то имя откуда там. Но я не мог говорить. Нам тут там бецерен. И когда мне было 12 лет. Что-нибудь тизенкейте я вышла там. Это было лето. Няром вот. Это было у дедушки с бабушкой в пригороде Москвы. Москва мелет вот, а над Сюлеймнел волтун. И я просто уже потерял всякую надежду. Ага, забыл, что мы авес это минден раменем. За меня молился церковь годы, годы. Тюля казат, ивекен кересту, и уже люди даже прекратили молиться. За эмберет не имеет мора бога так и зима. И чем они меньше молились, мне кажется, тем у меня было больше жажды. Она на ёбан сомьёста мэрают солгая. Я однажды когда я ложился спать, я молился перед сном. Я уснул прямо на коленях. И мне мама положила меня спать. И ночью мне было видение. Ко мне пришел Христос. И он спустился на облаке. И я увидел, что это он. И такое поле цветов. És egy ilyen mezei, mezőtele virágokkal futottam vele szembe, kértem őt, könyörögtem neki. Во сне, конечно, я говорил хорошо. Persze, az álmomban nagyon jól beszéltem. Я просил Господи, Иисус, исцели меня. Jézus, gyógyíts meg, gyógyíts meg, Jézus. Он что-то мне отвечал? Valamit válaszolt nekem. Nem hallottam őt. Была как бы такая некая стеклянная преграда. Lett volna egy ilyen üveg, a válasz közöttem. És akkor neki там, neki... Стал удаляться. Kértem őt, neki там, hogy annak az akadának, kértem őt, segíts. Если я вдруг буду грешить, ha ты вообще тогда убери от меня и голос, и слух, и все. Akkor vedd el tőlem végképp a füle, a hallásomat, a hangomat, csak gyógyíts meg most. Я ему дал столько глупых обещаний. Annyi buta ígéretet tettem neki, teljesen buta ígéreteket tettem neki. Потому что я хотел. Mert akartam. И вот тогда я хотел стать пастором. És akkor akartam проповедником, служителем. Szolgálni akartam. Я проснулся утром. Felkeltem reggel. Было где-то 6 утра. Körülbelül reggel 6 óra volt. Уже папа пришел с тюрьмы, он ушел на работу. Apukám megjött a börtönbe. И моя мама что-то там готовила на кухне. És anyukám valamit készített a konyhában. И я подошел к маме. Одементом, да, никак. И говорю, мама. Основном, Аню. Слушай, дай мне что-нибудь поесть. А дьявол, ну, чай хотя бы. Лега бы теат. Она говорит, да, конечно, сынок. Перса, перса фия. Потом поворачивается, говорит. Просто удафордыч мундя. Ты говоришь? Да бесис. То есть я был исцелен ночью. Мег вот там во сне. Исака мег автом дюдюля. Эдик пилана трола маша. Но мент на другой. С одного момента на другой. Да. Иген. Мгновенно. Мгновенно. И вот первую свою проповедь я сказал в 12 лет. Завершую предикацию. Метр там тизанки. Правда, после этого мне папа долго не давал проповедь. Перс, азукутен. Опа, мною еще как не мэнгэ, то есть предикая. Я сказал все, о чем я думал 6 лет. Элмон там минден, там мира, амит хамит хатевик дюлям лет бэнэ. Братья и сестры, вы умеете говорить, но вы молчите, вы не благовествуете. Тешвереем, ну, фирфи тешвереем, тутто веселиш, нем предикаток. Мехфатюкет, опа, мехфатюкет, предикай. Я проповедую уже 50 лет. Может, мэр ötven éve предикалов.
Hát fantasztikus ez a bizonyság. Köszönjük, hogy megosztotta velünk. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést, hogy feldolgozzuk az elhangzottakat, meghallgatunk egy dalt. Vendégünk továbbra is Szergei Riákovszki püspök, és a tolmácsolásban közreműködik Igor Csepregény. Az imént hallhattuk Szergei fantasztikus bizonyságát, amikor gyakorlatilag megkapta elhívását az életére vonatkozóan, hogy az urat szolgálja. Még akkor az érdekelne, hogy ezek után, tehát beindult gyakorlatilag a pásztori munkája, hogyan vált az Oroszországi Egyesült Evangéliumi Hitű Keresztény Szövetség vezetőjévé, és mi a feladata? Úgy tudom, több mint 1000 közösséget irányít. И вы теперь состоите на более чем 1000 собраниях. Я, в общем-то, весь советский период истории России. Идеолог. Я был в нерегистрированной писяческой церкви. И на днем регистрат пункт Дюлякезетбен Волтом. Мы были катакомбной такая церковь, то есть подпольная. Феодола, и я был воспитан в абсолютном неприятии коммунизма, атеизма и вообще государственной власти. Удневатак энгем, хоть абсолютно не фогаттам эл, шем а коммуништакат, я жил церковной жизнью. Шем фото кормай хатама. И для меня главное в моей жизни была только церковь. Эдхази életet éltem, a legfontosabb az életemben a gyülekezet volt. Я был старший пастор очень хорошей церкви в Москве. Én voltam vezető pásztora Moszkvában, egy nagyon jó gyülekezetnek. И потом мне предложили стать епископом. Utána felkínáltak rám, hogy én legyek Moszkva püspököm. Я согласился, но это все было в нерегистрированной церкви. De ez mind egy нем регистрат гюлекезетом. И был 96-й год. 96-й год уже была современная Россия. Az már modern Oroszország volt. И я никогда не думал о том, что я когда-либо возглавлю какое-то движение. И... Sose gondoltam arra, hogy valamikor valamilyen fajta mozgalom élére fogok állni. Для меня это было... То есть я люблю быть пастырем. Szeretek в поместной пастор лenni egy helyi gyülekezetben. И вдруг Бог что-то стал во мне менять. És Isten valami hirtelen bennem elkezdett változtatni, 40 éves volt. Бог начал во мне что-то менять. Valamit változtatni. У меня пришло другое видение, другое откровение. Más látás, мне были пророческие слова, которые говорил Господь через пророк. Каптом профитиак от профитакун кераса вот бешки стало во мне происходить. Швамя, когда бы нам ватузни мозгни. И Бог начал резко менять мою жизнь. И что хитрое некое ватузотное зрение. То видение, которое мне дал. Что за латаш, это было видение мощного евангельского харизматического движения России. А за один латаш вот того, очень эрюш, хотарозот там вонуло. Oroszországi karizmatikus mozgalom volt. И к этому времени уже в России появилось несколько, ну, сотни харизматических независимых церквей. És ez időben már Oroszország szerte több száz független karizmatikus gyülekezet jött létre. Но они были самостоятельные, они не общались друг с другом. Nem is kommunikáltak egymással. И было уже в нерегистрированном движении писятников тоже жажда каких-то новых откровений, нового движения, новой музыки, нового служения, чтобы проповедовать людям. És a pünkösdiek is, akik nem voltak regisztrálva, ők is akartak valami újat, új mozgalmat, teljesen új módon el akarták hirdetni az evangéliumot az embereknek, új zenét akartak, teljesen valami újdonság után vágytak. Я приведу один пример. Csak egy példát mondok. В 91-м году. 91-ben. Мы впервые за всю историю Советского Союза России. Oroszország és Szovjetunió története először. Мы сняли самый большой зал Кремля. A Kreml legnagyobb épületét béreltük ki. Где происходили все коммунистические съезды. Ahol összegyűltek addig az összes kommunista vezetők hozták létre. Самые ужасные законы против верующих. Törvényeket ott hozták и meg a kommunisták a hívők ellen. В том числе против Венгрии. Kelet-Európa ellen többek között Magyarország ellen hoztak meg. Я уговорил тогда Горбачева. Akkor én rábeszéltem a Gorbacsovot. И он разрешил нам снять этот зал. És megengedte, hogy kibéreljék ezt. Это 6000-ный зал. Ez egy 6000 fős terem. Мы пригласили известного проповедника из Южной Кореи. Nagyon híres Йонги Чо пастор хивтунг мег Дель-Кореабом. Это был хороший друг, да. Один баратом. Мы его пригласили. Мехифтуку. И он проповедовал в Кремле. Предиката Кремля. Мы собрали всех, кто были узники Советского Союза. Összegyűjtöttük mindazt a szembe, sok embert, akik a hitük miatt üldözéseket éltek át Szovjetunióban. Там, где сидели самые известные коммунисты, самые известные идеологи коммунизма. A leghíresebb kommunisták ültek, a legnagyobb ideológusok a коммунистов. Мы посадили всех узников. Oda ültettük az összes embert, aki szenvedett és üldözött a hitük miatt. Ott volt az apám.
Это было торжество Евангелия. Это вот Евангелие, тысячи людей покаялись. И мы знали, и когда мы это сделали, еще миху мест мектер. То в нерегистрированной церкви мне сказали, так нельзя делать. Аккура иллегали эти мигрировать. Мы не верим новой России. Меня объяснил, я сказал, я верю. Эмигрант, что пришли перемены. Пришла свобода. Это вату, да, что спасать свой народ. Это было моим конфликтом определенным с руководством нерегистрированной церкви. Ez volt egy konfliktus közöttem és a illegitim, akkor még illegitim gyülekezetem. Második, én voltam akkor a második Но ember. Вся система, она была направлена на внутреннюю святость, на внутреннее богослужение. Arra volt ráirányítva, hogy a belső szentségre, a belső szolgálatra, és ez olyan volt, mint egy gettó, egy kis egyház magyarul. Belterjes. Belterjes volt. És 96-ban kaptam egy kijelentés az Istentől egy profétán keresztül. Körülbelül 80 éves volt. Azt mondta, Isten elküld téged. Господь через тебя будет создавать очень многие вещи. Isten rajtad keresztül nagy dolgokat fogok létrehozni, nagyon sok dolgot, és elmész a Kremlbe, elmész az elnökhöz, mellette lesz a... Я не поверил. А, Истина, да, я не поверил. Нам хитам эл. И моей жене было много сказано, что она будет проповедовать всем женщинам. Фалешиген, как сейчас он так, одно еще И мы это не приняли. Местным фугату. Потому что мы были воспитаны в нерегистрированном писяческом братстве. Подпольном. Мечь феодалаты иллегитим. Testvériségből lettünk fölnevelve, ott nőttünk föl, ott szocializálódtunk. Mi stáli zsinói, pasli is komnete. Fölálltunk a feleségem, nem is hallgattuk végig, és kimentünk. A profita utánunk futott. És azt mondta, pontosan hat év múlva találkozni fogsz az elnökkel. Én már nem leszek. Но ты должен знать, что это Бог тебе сказал сегодня. Hogy Isten ezt ma mondta meg. És ha ez megvalósul, akkor ez többi is meg fog valósulni. Ну потом так все произошло, я стал членом президентского совета. És aztán úgy alakult, mint én az elnöki tanács, elnöki tanácsadói testületnek a tagjává váltam. И президент Путин меня пригласил не потому, что я умный. És nem azért hívott meg engem, Путин, mert okos vagyok, vagy szép. А потому что за эти шесть лет мы создали мощное харизматическое движение. Létrehoztunk egy nagyon-nagyon nagyon erős, nagy, hatalmas karizmatikus mozgalmat. Több ezer gyülekezetet egyesítettünk. У меня очень хорошие мои заместители. Nagyon jó helyettesem van. У нас по всей стране много церквей. Egész ország szerte nagyon sok gyülekezetünk. И государство это увидело. És az állam ezt meglátta. И президент пригласил меня в свой совет. És az elnök meghívott engem. Я уже там 16 лет. Még vallásügyi kérdésekkel foglalkozik, most már 16 éve tagja. Я очень благодарен Путину за это. Nagyon hálás vagyok Putyinnak ezért. Ha már Putyint említi. Nézd, most upominajte Vladimir Vladimirovich. Hogyan viszonyul a keresztény felekezetekhez? Как он относится к христианским конфессиям? А если бы он относился плохо, он бы меня не пригласил. Хорошо Латва нахоза, как он им хивот мег волна эгэм. В его жизни, после того, как он... Az ő életében, еще до того, как он стал президентом, mielőtt még ő elnöki, был премьер-министром, vált, что-то lett... произошло. Я полагаю, что у него была какая-то встреча с Богом. Я считаю, что он человек ищущий. Да, он был разведчик. Он работал в ФСБ. Все верно. Он президент огромной страны. Но он очень хорошо относится к христианам. И к православным, и к протестантам, и католикам. У нас еще есть мусульмане, иудеи, буддисты. У нас огромная страна. И задача президента всех объединить. И он приходит на разные праздники, в разные конфессии, в разные религии. Но он христианин. Я не могу сказать, что он такой христианин, что всем показывает, что он христианин. Нам туда масмундан, Йоан Карасин, ки минна ки лет мэму тати, Йоан Карасин, да. Законы, которые он выпускает. Да, только тёрвенья, ками ка ты летра гив. Они защищают христианские ценности. Мэгведика, Карасин, эртекака. Это косвенно подтверждает, что он защищает христианскую веру. И сейчас эдертлен бизнитика, он находю ведомезья Карасин хитат. Он разрешает строить храмы, проповедовать Евангелие. Энгелин, ипин, ка дюля, ка зити хазак, темплом, ка хитат, пладен.
Евангелию. Многие наши дела, которые мы делаем социально, он поддерживает. Там могут быть социальные проекты, гуманитарные проекты. У нас сотни центров реабилитации от наркотической зависимости. Чак некюнк вон több, мин több саз реабилитации, что я смотрю, ахол, 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 кабиту сарашекат реабилитам. Много что социальных программ от индивидуумбе и целлен, и середешен. Большое движение против абортов. Много что мозгалмунк вон абортусок. Это дело. И православная церковь. Ezt a православok teszi, és az evangélium ilyen kis a karizmatikus. És mondhatjuk, hogy az állam abszolút támogatja ezen a tevékenységeiket. Можно сказать, что государство полностью поддерживает и помогает вам ваших усилий. Наверное, сложно сказать, что полностью. Нам не отвечает, что мы миндем. Но помогает segít, и не мешает. Да и нем арт. Более того, мы получаем президентские гранты, финансовые. Sőt, az elnök anyagilag támogat bennünket ebben. На социальное служение, a на социális, очень многие дела. Социális szolgálatunkat, на поддержку христианской культуры. Keresztény kultúra támogatására, ő ad erre konkrétan anyagi támogatást, pénzt. Поэтому я считаю, что да, помогает. Én úgy gondolom, есть проблемы, конечно, есть. Igen, segít. Vannak problémák, persze, vannak. Но даже в любой семье есть проблемы между мужем и женой. De minden családban, még ott is, de legjobb családban is, hogy между родителями и детьми. A férj és a feleség között. Тем более в таком огромном государстве. Нézzük, mekkora országról beszélünk, mekkora családról beszélünk. У нас столько в Москве живет людей, столько, сколько не живет во всей Венгрии. Nálunk csak Moszkvában lakik annyi ember, amennyi nem tudna elférni egész Magyarországon. Így van, igen. Hát, ja, 150 millió embert nehéz egységben tartani, megvezetni. Hát ugye most is láttuk a legutóbbi elnök választásokon, hogy óriási fölénnyel nyert Putyin. Azért ezek szerint valami különös képessége van arra, hogy egyben tartja akár a vallásos egyházi világot. Ну, для нас это были очень важные выборы. Самый крупный фунтуш валасташ вот. Потому что были претендентами на президентский пост очень много людей. Кто-нибудь кандидатуш вот. И люди, которые известны в России. А вы это не были неизвестные, это были всякие люди. Кулем без эмбрек вот. Которые левые, правые, центристы, всякие. Но им дали возможность. Как-то телевидение, как телевизия, и так далее, проводить дискуссии, ездить по стране. Витаешь ли, хосатах ли, хивхатах ли, Путин не участвовал в дискуссиях. Путин не батрится шеме. Он оставался президентом. Он делал то, что обычно. И он выиграл. И что нет. Mondjuk azt ugye írogatták a sajtóban, hogy az egyik fő ellenlábasát Navalnyit azért úgymond eléggé elhallgattatta. Ebből mennyi az igazság? Ну, вы знаете, во время дебатов кампань идеи. Я смотрел дебаты между Клинтом и Трампом в Америке. Клинтон и Трамп, они затыкали рот друг другу так. Так уж фок так бед масая. Они оскорбляли так. Так уж чертегать кать мест. У нас то же самое это было. Да он куди назву? Это нормально. Это нормально. Это демократия. Это демократия. Говорить то, что думаешь. Хоть аз мудя за мэром гондо. Нужно знать границы. Это тут никогда еще не кого-то. Но когда идет полемика. Да, микор медиа бесед. Люди забывают об этом. Путину много хамили. Путин узнает, что со всем таланил. Но я очень благодарен президенту, что он не выходил из себя. Не мкятки могу. Он говорил твердые вещи, конкретные вещи. Конкретно фугал выходил из себя. Что ж, мкятки могу. Uh-huh. Még a keresztényeket tekintve azért és vannak falak, amelyeket nem szabad átlépniük. Például mondjuk utcákon lehet szabadon evangelizálni, Istenről beszélni. Хороший вопрос, спасибо. Конечно, не всем нравится, что евангельская церковь очень быстро растет. Не всем нравится, что мы везде проповедуем. И помимо Путина у нас еще есть правительство, парламент, чиновники. У нас еще сильна коммунистическая партия. И они в парламенте. Ну, сынок, парламент. У вас же нет коммуниста в парламенте. Нет, у нас есть. На тот момент нет коммуниста в парламенте, будет? Хотя с нам он дана. Уже раз уже я бы не сказала, что есть коммуниста в парламенте, уже нет. А у нас Далук есть. Мигвана. Далунки. Они есть. У нас тоже есть, она говорит. И они в оппозиции. Да, это мы что, я не зигбен ванна. И они очень нас не любят. Но они нам срат на бенна. Они считают, что мы были те, которые помогли свалить советскую власть. И как если их коммунисты, как мы вот, а за каких шаги-то тут мы идем на заслугу. Своими молитвами, конечно. И своей верностью.
конечно, у нас был закон издан год назад. Он называется «О противодействии экстремизма и терроризма». И там внутри этого закона спрятали одну статью. Который запрещает миссионерство. Но мы же русские люди. Мы же не глупые люди. Мы сказали спасибо. Мы постараемся все сделать, чтобы нам исполнить закон. А мы спросили, а что нужно для того, чтобы могли проповедовать? То, что не запрещено, то разрешено. Если вы хотите, чтобы у вас были миссионеры, дайте каждому из них специальную бумагу, разрешение. Мы дали всем бумаги. Мы наоборот после этого закона создали сотни миссионерских групп. Мы даже перед этим забыли о том, что мы должны миссионировать. Спасибо нашему парламенту. Tehát akkor megtalálják a lehetőségeket. Még egy picit a politikánál maradva. Ugye Nyugat-Európában sokszor elég negatív a Oroszország politikájának, Putyinnak a megítélése. Például, hogy egy konkrét példát hozzak föl, ezekben a napokban is zajlik az EU csúcs, ahol téma például ez a nemrégi bizonyos idegmérgezős, támadásos botrány, ami ugye egy angol kisvárosban történt, egy volt orosz kémet és lányát támadtak meg. És hát azóta is azt hallani, illetve brit vezetők azt sugallják, hogy Oroszország maga Putyin állhatott a támadás mögött. Valóban jellemzőek ilyen eszközöknek az alkalmazása? Tehát, hogy jellemző, hogy ilyen eszközöket alkalmaz esetleg a hatalom például volt kémekkel szemben? És hát ugye az ügy kapcsán szankciókat is belengetnek. Вы знаете, я очень на самом деле согласен с Путиным, что он очень благодарен Западу за некоторые санкции, которые ввели, особенно в вопросах сельского хозяйства, экономики, производства. Через это подняли свою экономику, мы подняли сельское хозяйство таким, которое никогда не было в советское время. Я уверен, что страдают больше не Россия. Приедете на Москву, приедете в любой город России, у нас... Пострадали Запад. Это ударило по фермерам европейским, по производителям. Россия – это же огромный рынок сбыта. Прекрасно понимаешь, что Америка не хочет, чтобы Европа и Россия торговали. Вы знаете, если говорить об этом газе, новичок. Он есть во многих странах. Если бы Путин сошел с ума, За несколько дней до выборов. Распоряжение. Отдать поранчут. Вот ликвидировать какого-то полковника. Разведчика. Вот Федерика. Который бежал на запад. Тогда бы Путин сошел с ума. То есть он потерял бы всякое вообще понимание, что должен делать политик.
akkor elvesztette volna azt a képességet, hogy megértse azt, hogy mit kell tenni. Сожалению, между Англией и Россией на протяжении столетий существовали проблемы. Sajnos, a Nagy-Britannia és Oroszország között már több száz éve problémák vannak. Всегда было это. Mindig volt. И, конечно, в основном наши всегда бежали в Англию. Általában miénk mindig Angliába futottak. Volt felderítők, oligarchák, политикусы. Tovább is tovább, ezek mindig Angliába futottak. Понимаете, и там почему-то некоторые из них погибают. Ott sajnos rejtélyes körülmények között nem értjük, hogy miért. Néhányan meghalnak. Senki nem tudja, hogyan halnak meg. Наверное, любая разведка мира, она каким-то образом устраняет кого-то, где-то, как-то. Lehet, hogy valami titkosszolgálat a világon valahol valakit eltesz lábalól. Но делать это перед выборами. De csinálni ezt választások előtt. Надо зайти с ума. Ez meg kell őrülni. Поэтому мне кажется, что здесь идет большая игра. Úgy látom, hogy ez egy nagyon nagy játék, ami люди играют. Az emberek játszanak. Az emberek most már túl messzire mentek ebben a játékba, de. Выставили 23 русских дипломата. Kiküldte 23 orosz diplomatát. Igen. Я вам скажу. Вот если бы выставили 23 русских олигарха из Англии. Tudja, hogy kiküldtek volna, hogyha kiutasítottak volna 23 orosz oligarchát, oligarchát Angliába. Там живут все наши олигархи. Ott lakik az összes orosz oligarcha. В том числе действующие. Többek között, többek között. В том числе друзья Путина. Путин барата is ott laknak. Почему их не выставили? Miért nem őket zavarták volna el? То есть Англия с удовольствием берет их деньги. Англия örömmel átveszi a pénzüket. Elad nekik mindent. Они покупают там самые известные футбольные клубы. Megveszik ott a legismertebb futballklubokat. Владеет русский большой олигарх. A nagy orosz oligarcha Abramovich, a tulajdonos a Chelsea. Почему его не выслали? Miért nem küldi ki őt? Почему каких-то несчастных дипломатов? Miért kell valami szerencsét a diplomatákat elzavarni? Знаете, похоже, вот в снежки игра такая вот зимой. Ez olyan, mint a télen, amikor játszunk hógolyózó. Снежок, он разбился, и все. Széttörik ilyen skill. De ha már elkezdünk köveket dobálni. Ez valaki a kártyás okoz. Na próbálj neki. Это политика. Ez politika. Она очень сложная. Ez nagyon összetett. Она грязная. Nagyon koszos. Священник. Én lelkész vagyok. Я молюсь. Én imádkozom. De я дружу с нашими политиками. Нам, úgy látom, azért foglalkozik politikával. Я занимаюсь духовной политикой. Én szellemi politikával foglalkozom. Моя задача не разъединять нации. Hogy nem megosztam a nemzeteket, hanem összeegyesíteni a nemzeteket. Я не пролонгирую российскую политику. Én nem az orosz politikát Я занимаюсь библейской политикой. Библия политика. Блаженны миротворцы. Они нарекутся сынами Божьими. Békét hoznak, békességet hoznak, mert őket Isten fiainak fogják nevezni. Моя задача соединять нации. Az én feladatom, hogy összekössem. Это кому-то нравится, нам, кому-то не нравится. Я очень благодарен моему президенту Путину, что он защищает христианский мир. В России нет парадов гордости. Oroszországban nincs büszkeség napi felvonulása. Jól mondom, hogy nincs nem homoszexuálisok, leszbikusok, nem vonulhatnak fel. России нереально, что будет однополый брак. Oroszországban irreális, valahogy is egynemű párok hivatalosan ezt fogadni. Oroszországban az ezek a morális erkölcsi ezek propagálva van. Szirijski события. Azok a szíriai események. Это защита христиан Ближнего Востока. Szíriai események arról is szólnak, hogy ott megvédik a közel-keleti keresztények életét. Там есть и другие интересы. Ott vannak más érdekek is. У Арабских Эмиратов, Саудовская Аравия, Америка, Иран, Törökország, Израил, Oroszország. Mindenkinek ott vannak érdekei. Ну это политика. Ez politika. Я туда ездил недавно. Сложное что-то. Это сложно. Nemrég odautaztam. Я туда ездил недавно. Сириában, igen. Да, с гуманитарной миссией. Гуманитарной миссией. 77 тонн мы привезли туда продуктов. Медикаментов. И оружие. Мы раздавали на улицах. Мы раздавали в храмах. Мы встречались со всеми религиозными лидерами. И для нас это было очень важно. Дать людям надежду. Какой части были в Сирии? Дамаск. Дамаскус. Алеппо. Ряд городов.
Néhány város. És milyen körülményekkel találkozott ott? Milyen állapotban vannak a falvak, az emberek? Люди живут каждый день под угрозой смерти. Minden nap gyakorlatilag a halál. Когда мы разговаривали на улицах Дамаска, amikor a Damaszka utcán néztük, там есть Дамаск, он разделен. Есть Дамаск, есть вот Восточная Гута. A Damaszkus megvan osztva, van a Damaszkus, van a keleti Gúta. И в нас стреляли. Ránk lőttek. Нас летели мины, ракеты. Hát akna-гранатok repültek felénk. Они вычисляли, где мы находимся, где мы раздаем гуманитарную помощь. Sikerült bemérniük a helyzetünket. Я сам лично раздавал эти большие коробки с продуктами. Hatalmas nagy dobozokat. 25 килограмм каждая коробка. 25 kilós volt minden egyes doboz élelmiszert, amit osztogattunk. И нас несколько раз обстреляли. És néhányszor lőttek ránk. Там каждый день подвергаются люди опасности. Minden nap az emberek életveszélyben, keresztényeket ölnek minden héten. Это серьезно. От общего числа христиан, которые были в Сирии. A teljes létszáma keresztények voltak в Сирии. Осталось процентов 15. Most körülbelül 15% maradt, csak 20, kész. Igen. Borzasztó. Это серьезные вещи. Ez nagyon komoly dolog. А это колыбель христианства. Ez pedig ez a kereszténységnek az anyaföldje. Onnan származik kereszténység. Igen, igen. Tak te jest. Igen. Hát látjuk, nagyon sok tevékenységben részt vesz, nagyon elrepült az időnk, úgyhogy arra kérném, hogy pár mondatot meséljen még a családjáról. Tudjuk, hogy felesége is aktívan szolgál, ami azért különleges, hiszen tudjuk, hogy Oroszország sem a feminizmusról és a nagy liberalizációról híres, de ezek szerint hölgyeknek is van lehetőség. A mi hölgyeink nagyon sokat szolgálnak. Тему служения женщин. Женщины, И, конечно, мощное женское движение идет сейчас в России. Еще раз устал, муж, вы надену эрюш, ну и мозгалом. Представляете, мою жену даже пригласили на Кавказ. А фалешигем, это Кавказ уже мечтает. Кавказ уже ферпи. Его женщина, это просто раба. Сама родную еще как раб солга. И мою жену пригласили, что она служила. Еще фалешигем, это мечтает, так удает солгаю. На женской конференции? А ну и конференции. Еще ферпи конференции, а ниш. И собрались полный зал мужчин кавказцев. Те еще... Teljes terem kaukázusi férfiak. Когда моя жена говорила учение, és amikor feleségem tanított a családra, a браке, a házасságra, a верности, a hűségre, a посвящение, a odaszánt életről, в конце ее проповеди, a predikáció végén, мужской зал встал, felállt a férfi hallgatóság, csak kaukázusi férfiak, és tapsoltat neki. Fantasztikus, azért változik Oroszország. Rasszia minyájátsza. Utolsó 6 gyermekük van, úgy tudom, 5 fiú, 1 lány. Követik önöket a szolgálatban, a hit életben? Они служат, они тоже служат. Все мои дети, они помимо своих светских работ, они все служат в церкви. У меня 5 мальчиков, 1 девочка. У меня 8 внуков. У меня уже старшему внуку 18. И я очень благодарен Богу за мою семью. Вот, они все верные, посвященные. У меня разные невестки. Különböző mennyeink vannak. У меня один сын женился на арабке. Egyik fiam egy arab lányt vette. Она христианка. Ő keresztény. Другой сын женился на армянке. Másik fiam örmény lány, ő keresztény. Моя дочь вышла замуж за цыгана. A lányom férhez ment egy cigányzatos, ő keresztény. Roman származás. Такая интернациональная семья. Nálunk egy ilyen internacionális család van. De áldott család az a lényeg. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Isten áldja meg a munkáját és a szolgálatát, és továbbra is érezze jól magát Magyarországon. Reméljük, hogy továbbra sem lesz negatív tapasztalata. Köszönjük szépen, Isten áldja. Köszönjük szépen.